Всем привет, с вами Махмуд, о том, о сём и обо всём. Сегодня будем раскрывать посылки, как мои, Иринкины, ну и под заказ. Поехали. Первая посылочка у нас такая. Смотрим, что у нас тут такое. О май гад. О май гад, наконец-то. Приехали ко мне долгожданный клей. Будем нюхать. Шучу. Это для светодиодов, для радиаторов, куда их крепить. Запаковано хорошо, герметично. Под вакуумом они все. То есть, если будут лежать долго, я думаю, они, наверное, не высохнут. Отлично. Все товары будут в описании. Поехали. Следующий товар. Лот. Так. Здорово. Так, это у нас термопаста. Можно ее даже и открыть одну. Не думаю, ничего страшного. Это у меня заказали. Выдавливать, естественно, не будем. Будут с лопатками. То есть, наверное, в таком блистере. Вот. Хуб какой-то 10. И лопатка к ним. Отлично. Паста запечатана, то есть даже здесь запечатано. Ну ладно. Здесь у нас, по-моему, грамм 30. О. Так, следующий лот. Так, это, по-моему, Иринкина. Да, это Иринкина. Это что-то она заказывала. А, это долгожданный термометр. Она его очень долго ждет. Очень. Тут ничего нету. Пусто. Она у меня любит печь, выпекать, готовить. Давайте проверим, что у нас такого есть. Такой цифровой термометр. Можно подвешивать его. Так, смотрим. Вот. Инструкция, значит, от минус 58, от минус 50 до плюс 300. Так, батарейки, наверное, как всегда, нету. А, батарейка стоит. Удивительно. Так. Батарейка стоит. А ну вот, пошла загрузка. 24 градуса. В принципе, ничего, пошло расти. Вот так вот. Растет. Ну ладно. Так, оф. Это пускай она сама разбирается. Так. Отлично. Следующий товар. Так, ага, это у меня флешка. Флешка на 32 гига. Микродрайв. И на 16 гигов. Обыкновенная флешка.
Даже это. Я думал про резиновое. О! Здесь можно за веревочкой. Так, отлично. Ничего нету. Следующее. Так, здесь у меня должны быть коннекторы. Собираюсь переделать свою паяльную станцию, так как в моей паяльной станции фен не отключается. Он чисто у меня, провод заходит в паяльную станцию. Здесь у меня, да, здесь у меня коннекторы, то есть для паяльной станции. Вот они. Они разные. Здесь есть на 8, на 5 отдельный, еще на 8, еще на 5, и к ним папа-мама, как говорится. Папа и мама. Вот. Это, может, запасные будут. Не знаю. Посмотрим. Отлично. Качество, конечно, очень хорошее. Болты есть, все винты, гайки. То есть все закручивается, крутится, вертится. Все на месте. Стоит оно на рублей по 30, по 40, по-моему, коннектор. Ну и писюльку какую-то подогнал. Просит поставить 5 звезд. Вот. Смотрим дальше. Что это такое большое у нас? Так. Не помню. Ага. Ну, какой он дырявый. Это долгожданный мой блок питания для моего, для моей паяльной станции. То есть паяльная станция Т12, которая хака Т12. Вот. Я начал собирать, ну, я ее не снимал, правда, как я ее собираю. Будем собирать. Опа. Вместе, наверное. Будем проверять и все. Конечно, флюс не отмыт. Грязно. Погано. Ну ладно, 24 вольта. 6, то ли 9 ампер. Заказывал 9 ампер. Будем проверять, смотреть. Отлично. Так. Еще одна посылка, последняя посылка, что-то большое, не помню. Что это такое? О, помню. Это обалденные ключи, меня они просто радуют. Это, правда, друг заказывал. Не я. Будем пробовать. Два таких ключа в наборе. Ну, то есть под разные эти. То есть пошли крутить. То есть не надо там подбирать там кучу своей, с собой ключей брать. Сделано добротно. Такие прям. Резина. Резина пла. Не, резиновый. Полностью резиновый. То есть и здесь. Такие прям. Хороший прям такой прям добротный ключ. Посмотрим. Проверим человеку, дадим. Он протестирует их. Все. На сегодня все. Все товары будут в описании внизу. Всем пока.